Ки, один вопрос. Вот вы столько всего делаете, убиваетесь, а то, что коровы завтра придут и все это уничтожат. Ну вот, пользуясь случаем, хотели бы обратиться ко всем жителям нашего города. Вы поймите одно, я понимаю, что сегодня трудные времена, каждый скотину держит, непосредственно кормится, но вы тоже должны понимать, что сегодня город не должен от этого страдать. Сегодня здесь наши братья похоронены, вы все прекрасно знаете, в честь них парк славы создан здесь, что облагораживаем, пытаемся, деньги тратим, труд свой вкладываем, горожане помогают. Из-за того, что там, скажем, из 10% населения, которые в городе живут, держат скот, при всем моем уважении, но это недопустимо, что где память наших ребят, каждый день нужно убирать фекалии этих коров. То, что мы сажаем, то, что мы стараемся делать на сегодняшний день, идет прахом, потому что коровы едят, не знаю, мочатся здесь, а спят. Ну, хотел бы обратиться ко всем жителям, которые непосредственно имеют скот. Я вас прошу, либо следите за своими коровами, либо не допускайте их в город. Мы вас просим, потому что все, что мы делаем для города, это, ну, не видно фактически. Мне лично, например, неприятно, когда утром мы сюда приходим, и здесь везде валяется навоз. Это неуважение прежде всего к тем ребятам, которые нам свободу принесли и дали такую возможность, чтобы мы здесь находились. Мы не против того, чтобы люди, да, содержали скот, но делайте это так, чтобы ваш скот в черту города не заходил. Мы понимаем, что сегодня трудные времена, все, но просим вас, очень сильно просим. Если на сегодняшний день эта проблема не решится, но я не знаю, мы уже будем как-то, наверное, другие меры принимать, обращаться в прокуратуру или еще куда-то. Ну, давайте как-то по-человечески к этому вопросу подойдем. И, пожалуйста, выгоняйте свой скот подальше от города. И многие так держат. И у меня соседи есть, которые непосредственно скот имеют. Но в черте города этого скота не видно. В конце концов, ну, совесть тоже хорошее дело. Я призываю всех граждан, которые имеют скот, не допускать до города. Пожалуйста. Вот посмотрите, мы сегодня 3 дня трудимся круглые сутки. И это делаем не у своих домов, а делаем там, где на память наших ребят. Хотим облагородить, сделать что-то. В итоге ваши коровы все это портят. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием. Все, спасибо.